Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Всем прекрасного летнего утра и хороших настроений. Решила приготовить постный борщ. Нам понадобится капуста. Капуста у меня свежая с этого года. Морковочка. Морковочку я порезала мелкой соломочкой. Вот такая вот картошечка. Картошечка у меня белая, очень вкусная, разваривается. Растительное масло. Борщ у меня будет постный. Сначала я пожарю лук на сковородке с томатной пастой. Потом туда добавлю воды, добавлю картошечку, морковочку. И в конце добавлю капусточку. Вот такой вот у меня сегодня будет постный борщ. Подавать я буду борщ, посыпать укропом и ложечкой майонеза. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.